Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Вот мы думали, ну чем вас еще порадовать? Про мечту интеллигента номер один рассказали, про огороди с проходиками. Про мечту интеллигента номер два, про стеклянные теплицы рассказали. Про кур рассказали, про свиней и баранов рассказали. Ну про что еще рассказывать? Никаких информационных поводов. А тут правительство говорит, что будет продлевать карантин. А слухи в газетах ходят, что его вообще продлят до осени. Поэтому мы задумались, а чем питаться-то будем, если магазины все еще позакрывают? Поэтому мы решили упредить тяжелые последствия карантина и решили приобрести еще кур бройлеров и уток разных, чтобы запас мяса был у нас, чтобы можно было создавать рок-шедевры со спокойной совестью и не беспокоиться о будущем, где взять поесть. Поэтому сейчас я вам покажу и курей, и утят. Пойдемте. Ну вот, вот эти красавчики. Вот это бройлеры. Сверху это бройлеры одного типа, а снизу другой породы. Видите, такие желтенькие, коричневые. И те, и другие вырастают до 2-3 килограммов мяса. Для того, чтобы им тут было комфортно, то им, конечно, дается подкормка с лекарствами и дистиллированная, вернее, кипяченая вода. Потому что они очень нежные, могут заболеть быстро и передохнуть. Для того, чтобы им было, опять-таки, комфортно расти, то здесь установлено одновременно тепловая и бактерицидная лампа, которая уничтожает все микробы и поддерживает заданную температуру. Она должна быть где-то в районе 25 градусов. Как понять, холодно или нормально? Если они в кучку собираются, значит им холодно, значит нужно отрегулировать, повысить температуру. Если же они разбредаются, как сейчас, значит им комфортно. Значит им хватает еды, питья, они довольны жизнью. А вот здесь... Вот здесь. Вот это уточки. Здесь опять-таки два вида уток. Вот эти крупные серые, это пекинские утки. А вот те желтенькие маленькие, это муларды. И те, и другие мясные, но пекинские чуть-чуть посуше, не такие жирные. Но вкусные те, и другие. Все проверено, испытано практикой. Поэтому товарищи панки, хэви-металлисты, инди-рокеры, хард-рокеры рекомендую, если есть дача, завести и бройлеров, и уток, и пекинских, и мулардов, чтобы быть спокойными, чтобы творить прекрасную рок-музыку и не беспокоиться о будущем. А нашему правительству, ну что вам передать? Только привет! От рокера Волощука СД! Для маленьких бройлеров нужен сначала стартовый корм, он так называется. Это смесь из костной муки, рыбной муки, различных круп измельченных. Другой давать нельзя, они могут передохнуть. Поэтому пока не подрастут, надо вот такой вот нежный кормик. Будущее мясо. Вот она, будущая надежда рок-музыкантов на то, что они спокойно перенесут карантин, выживут и создадут прекрасную рок-музыку. Вот они, красавчики. Порядок. Можно идти отдыхать. Вернее, не отдыхать.
можно идти сочинять очередной рок-шедевр. А то что-то я вам давно не показывал, ничего приличного. Ждите. Что лучше, утка по-пекински или цыпленок табака? Спросите, сидя в карантине, у рокера Волощука. И он уверенно ответит, что хорошо и то, и то. Одно лучше идет под водку, другое лучше под вино. Хотя, немного поразмыслив, себя поправит он, друзья. Под водку все идет прекрасно, ведь хвалят все ее не зря. Сам Волощук давно пить бросил, уже как года полтора. Но по привычке кур разводит и уток, чтоб была еда. Еда, конечно, не закуска, но все равно она нужна. Ведь без еды нам как-то грустно, ну согласитесь, господа. Рокер тот вообще не может без пищи долго протянуть. Ему тогда не до художеств, не до хитов, не до причуд. Поэтому СД вам скажет, чтобы лучше было сочинять хэви-метальные пассажи, надо выращивать цыплят. Тогда не страшен будет голод, коронавирус не страшен. Старый ты рокер или молод, спокойно можешь быть творцом. Особенно всем вокалистам, что харш и гроулинг поют, яйца нужны, чтоб бархатистым был голос верхних амплитуд. СД плохого не подскажет, ведь он профессор как-никак. Прислушайтесь и без затяжек купите уток и цыплят.